шоколад, он вообще требует очень такой сконцентрированности, и отвлекаться во время работы с ним нельзя. Это очень легко перегреть шоколад, и после этого он уже не будет такой консистенции, чтобы потом после стабилизации он был как бы тверденьким, красивеньким и имел четкую форму. Розочки маленькие из белого и клубничного шоколада. Это и мои фавориты на самом деле. Их очень любят и часто заказывают в подарок для мам и сестер. Меня вдохновляют в первую очередь работа моих коллег-шоколатье и поддержка моих друзей и близких. Благодаря этому я хочу расти и дальше развиваться в этой сфере.